Приехали в Каркино. Сегодня без мамы. Сегодня вдвоем. Мама осталась около дома, ухаживает за цветочками. Там у нее заросло все, решила пополоть. А мы с Евелишей решили дома не сидеть, а сходить погулять. Сегодня прогулка у нас будет проходить, где вы подумали? Каркино. Да, Евелиш? Пойдем погуляем. Проходи под низом. Все? Пошли. 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 Иришка хочет камеру. Догоняй папу. Видишь, какой пенек лежит. Что, сядь на пенек, съешь пирожок. Пошли давай, Ивлиш. Красота здесь. Маме почему-то здесь не нравится. А мне так, в принципе, ничего. Вон там у нас печка. Ришками догоняет. Евелишка занимается зарядкой. Ну как зарядку делаешь? Вот. Раз, два. Раз, два. Молодец. Спортсменка, комсомолка, красавица. Давай. И раз. Раз, два. Молодец. Пошли. Пошли, пошли. Маленькие лягушки. Это еще лягушки. Пошли гулять. Вон даже такая качель тут есть, оказывается. Я не видал их раньше. Так высоко надо забираться, в личке одной ни за что не забраться. Тут, наверное, чуть меньше метра высота. Для кого такие здоровые качели, я даже не знаю. Вот еще есть пара качелей, но они уже совсем старые, невидимо уже не работают. Тут ничего нет, все обломано. Давайте немножко раскачаем. Ой, как она шумит-то, да? Ой, как скрипит сильно. Скрипулька. Скрипулька. Лишь увидел скамеечку. Решил, наверное, не посидеть.
Видишь, там закрыто тоже. Здесь уже ничего не работает, видишь. Все просто стоит и гниет. Уже никому ничего не надо. Там закрыто. Присели на лавочку посидеть. В тенечке. Правда, здесь мошкара кусаться. Да, Ивлиш? Уточка, да? Утенок маленький. Привет, маме. Вон и мама. Поплыли, видишь? Уплыли. Дочка сидит на бережку и мочит воду. Да? Это кто-то поставил, видишь, для удочки. Какая-то штука такая, да? Че, ловишь рыбу? Лиски не хватает с крючком и наживкой, Ивлиш. И поплавка. Лучше в рыбу, да? Уточки, смотри, Ивлиш. Уточки здесь булькаются. А видишь, как здесь булькаются, да? Тут же собачка у нас. Да? Джек прыгает. Вот и все, мы нагулялись. Евгелия от воды вот это чудо оттащил. Очень же и хотелось к уточкам. Да, Ивлиш? Он до сих пор еще хочет вернуться. Ну давайте, друзья. Всем хорошего настроения. Пока-пока. Нашли вот такую качельку, не можем в нее залезть, вот как-то так вот и получается, качаемся.